Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня 10 апреля 2023 года. На улице у нас, не поверите, 19 градусов тепла. Так тепло, хорошо. Иду показать вам, как мы начали ломать сарай. Муж и сын ломают сарай. Пришел негодность. Нет моих курочек, нет моих девочек. Все пришло в негодность. Муж ломает сарай. Посмотрите, что понаделали мыши. Это просто ужас. Вот он снял металл. Это они за прошлую зиму так съели целое бревно. Ужас. Вот. Они бы в этом году, если бы завела бы других курочек, они бы и курей бы попоили бы, крысы и мыши. Так вот. Нужно хорошие иметь сараи, кирпичные или же с пеноблоков. Вот он сколько разобрал. За месяц, думаю, разберем. Вот что у нас внутри. Ну вот и все, мои дорогие друзья, показала я вам. Еще раз подойду к этому углу, что и как разломали и почему мы убираем этот сарай. Это бывшая у нас баня. Вот. Разве можно было здесь держать курочек? Еще раз повторюсь. Заходите в гости, как всегда, буду вам очень рада. До свидания, до новых встреч. Ломаем сарай, потом, может быть, лет через 5 разломаем и этот дом. Пока.